Черноплодка 2021. Технология. Пивные кеги 2. Объем каждого 50 литров. Я заполняю наполовину. Здесь горячая вода. Предварительно я нагреваю дрожжи в теплой воде, чтобы они проснулись. И через бутылку пластиковую без дна очень удобно наливать большой кружкой варенье, которое я разбавил водой, чтобы оно легче текло. Еще одно орудие. Для того, чтобы помешать, я использую вот такую газовую трубу, которая осталась у меня вот от газовой системы. Очень удобно мешать варенье. Сейчас я заполню второй кег и поставлю клапана, которые пропускают газ в одном направлении. Я согрел дрожжи, разделил их на две части. Дрожжи – это сухой остаток после того, как напиток готов. Я приготовил 2 кембрика, медицинские перчатки, поплавок, который будет плавать на поверхности. Сейчас я сделаю в большом пальце небольшое отверстие и одену вот так. Вы все это увидите. Тем временем я набрал здесь по 25 литров теплого, градусов 30-35, раствора варенья. Вот во вторую бочку я добавил, кроме черноплодки, еще и 0,5 литра малины для количества. И высыпал по 1 килограмму сахара. Ну, чтобы крепость немножко была побольше. Все это дело размешал. Сейчас добавлю сюда дрожжи и еще раз размешаю. Продолжение будет. Для уплотнения перчатки я здесь ставлю резиночки. Вот так. Потом сюда подсуну перчатку внутрь. Вот так. Перчатка будет стоять и прижата будет. Я ртом надул перчатки. Они сейчас на глазах падают. Где-то воздух немножко травит, наверное. Ну, теперь от 15 до 30 дней. Завтра начнет здесь булькать. Прищепки нужны для того, чтобы случайно не выпала трубка. На этом пока все. Процесс остановился. Перчатки не сдуваются, значит, все герметично. Ну что ж. 50 литров как минимум напитка, который снижает артериальное давление, я получу через месяц. Еще месяца 3 оно будет отстаиваться. Вот эти кеги из нержавейки очень хорошее приобретение. Я купил их у соседа по 3,5 тысячи за штуку. И не жалею. Спасибо, Виталик.